Привет! Это Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Если все начинающие садоводы будут учиться на своих ошибках, вот как я, например, то опыт к ним может прийти не скоро, и к этому времени половина их разочаруются и покинут наши ряды. Чтобы этого не произошло, я в течение зимы сейчас буду выкладывать теоретические видеоролики и делиться своим опытом, чтобы вы смогли научиться на моих ошибках, не повторять их и не разочаровываться в растениеводстве. Ведь выращивание овощей, вот как по мне, так это самое прекрасное занятие для человека. Видя, как пробуждается маленькое семечко, тоненький росточек, вот на глазах превращается в прекрасное растение, вот, например, вот в такой подсолнух. И в душе у нас, у человека, тоже пробуждается что-то теплое и светлое. Он становится добрее. Ему хочется горы свернуть. В каждом своем видеоролике я буду отвечать на вопросы начинающих огородников. Вчера мне на страницу женщина, прислала вопрос, можно ли сеять просроченные магазинные семена? Так как этот вопрос волнует очень многих, это будет наша сегодняшняя тема. Сейчас я все подробно вам расскажу и, надеюсь, от очередной ошибки кого-нибудь, уберегу. Просроченные семена, купленные в магазине, сеять можно. Теперь будем подробно рассуждать. На пачках в магазинных семенах указана дата. Сейчас я вам покажу. Вот видите, 12-15 год. Это я вот сейчас приобрела на этой неделе. Так вот, эта дата, которая указана на пачках, это срок, до которого магазин может реализовывать семена, и этот срок реализации всегда намного меньше срока годности семян. Каждый начинающий садовод должен знать, что срок годности и срок реализации семян – это две большие разницы. Нужно понимать, в чем их разница, их различие. Срок годности – это очень длительный период, во время которого семена сохраняют свою схожесть. Вот, например, у огурцов он 7-8, у помидор, у томатов вообще еще больше. Но 5-6 лет – это гарантированный срок годности, когда семена можно посеять. А срок реализации – это очень короткий период, во время которого садовые магазины могут продавать семена. И чтобы не было жалоб от покупателей на плохую всхожесть, не пострадал имидж фирмы, производители семян обычно устанавливают срок реализации намного меньше срока годности семян, как бы подстраховываясь от неприятностей. Так что просроченные семена сеять можно, но я советую при этом соблюдать одно правило. Никогда не сейте все семена просроченными. Сейчас объясню, о чем я. Показывать мне больше нечего, вот буду на картинку, потому что сейчас лето, показывать нечего. Смотрите картинки, а я буду вам рассказывать. Нужно обязательно посевной материал разделить на две части. Вот, например, вы хотите посеять 100 семян. Из них пусть будет 70 хороших, а 30 просроченных. Большая часть всегда должна приходиться на нормальные семена, а меньшая на просроченные. Это условие необходимо соблюдать, чтобы в случае, если старые семена все-таки не взойдут, для вас это не было катастрофой, потому что у вас есть посевы хороших семян. Для вас, чтобы не было так, что ничто не взошло, и вы остались без рассады. Итог. Просроченные семена, купленные в магазине, сеять можно, но в таком количестве, которое не является для вас решающим, потерю которого вы не ощутите. Еще один ответ. Сейте просроченные семена в первую очередь на неделю раньше основных, чтобы в случае неудачи вы могли повторить посев, но уже хорошими семенами. То есть, посеяв просроченные семена, мы всегда должны помнить, надеясь на положительный результат, иметь в виду и отрицательный исход, и быть к этому готовыми. Если вы изначально будете это знать, то для вас это не будет неприятным сюрпризом. Предполагайте, что они все-таки могут не взойти, все-таки это просрочка. Теперь вам расскажу, когда лучше всего приобретать просроченные семена в магазинах.
Я каждый год покупаю большое количество просрочки, чтобы попробовать испытать новые сорта, посмотреть, какие мне понравятся, какие нет. Какие-то из них у меня проходят незамеченными, некоторые остаются в моем огороде навсегда, например, как томат жиростойкий, болезнеустойчивый. Я купила много лет на уценке старый-старый, затертый такой пакетик, но полюбила его сразу. И что самое интересное, с тех пор больше ни разу не встречала этот сорт в продаже. Я покупаю просрочку с любым сроком. И 2, и 3 года просрочки. Вы видели, что вот 15-й год, сейчас уже 18-й, 3 года. Для меня не страшно это. Потому что мне достаточно, чтобы хотя бы 2-3 семечка взошли, а дальше я все сделаю сама. Я размножу их с годами. Но все-таки тем, кто хочет получить стопроцентную всхожесть, необходимо покупать просроченные семена сейчас, в январе. Ведь именно после Нового года все семена, у которых 1 января истек срок реализации, перемещаются в уценку. Это самая свежая просрочка. Ведь это те самые семена, которые люди, которые привыкли закупать заранее, купили осенью в октябре или зимой в декабре. Они приобрели их по полной цене. То есть ваши соседи, например, месяц назад купили их за полную цену, а вы купите их сейчас в январе с 50% или даже с 80% уценкой. Это очень, как хорошо, бюджетный вариант. Но фактически это одни и те же семена, только по другой цене. Их даже вот просрочкой, которая в 17 году кончается срок реализации, их даже просрочкой назвать язык не поворачивается. Это свежайшие, хорошие семена томатов. Покупайте. Обычно в течение месяца такие семена все раскупают, потому что умных людей много, они быстро эту свежую просрочку разбирают. На полках остаются опять только все старые, там, 3-годичные, 4-годичные давности. Так что, если вы хотите сэкономить на семенах и попробовать посеять какую-то часть просроченных семян, нужно купить их сейчас, именно в январе. Все, надеюсь, я подробно ответила на ваш вопрос. В итоге самые главные тезисы вам еще раз повторю. Просроченные семена из магазина сеять можно. Покупать лучше в начале года, когда только заканчивается срок реализации семян. И сеять просрочку небольшой партией вместе со свежими семенами, чтобы в случае, если они не взойдут, чтобы для вас это не было там как-то катастрофически. Надеюсь, теперь я подробно ответила на этот вопрос. Если кто-то найдет в моем ответе полезную информацию для себя, я буду очень рада, особенно новички. Слушайте все, мотайте на ус. Из этих мелочей, вот из этих мелочей вы можете превратиться за счет этих советов в опытного такого матерого садовода, который знает все. Печатные варианты моих видеоуроков можно найти у меня на странице в Одноклассниках. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Ой, так хочется увидеть в натуральном виде вот такие вот красивые цветочки. Желаю вам хороших посевов и богатых урожаев. Все, искренне, от всей души этого хочу.